говорил о том, что Power of City, Московский регион, с 2012 года перешло на новый порядок переустройства электрических сетей, мы самостоятельно их осуществляем. Значит, что касается подробного порядка, то начинается все с дополнительной услуги по подготовке и выдаче документов для формирования соглашения компенсации по в том числе укрупненному расчету стоимости. Значит, заявитель приходит к нам и проявляет свою инициативу о том, что он хочет перестроить сети, которые находятся либо там на его участке, либо мешают каким-то определенным действиям, которые он хочет совершить, ну, строительство, либо, значит, ну, в основном строительство, либо какая-то организация на данном участке определенных работ. Соответственно, мы на основании заявки заявителя готовим технические решения и расчет стоимости. Расчет стоимости готовится, значит, с учетом укрупненных расценок. Он является предварительным. После того, как подготовлено технико-коммерческое предложение, мы направляем в адрес заявителя. Значит, заявителю мы готовы всегда предоставить и подробное техническое задание, в котором расписаны технические характеристики объекта, на основании которого производится расчет. Далее, значит, к этому расчету прибавляется 14% рентабельности, так как компания считает, что она имеет право и должна зарабатывать на дополнительных услугах, которые она для заявителя предоставляет, плюс налоговые последствия, как я уже говорил, 25% и 20% НДС. Это то, из чего складывается расчет. Значит, после того, как заявитель этот расчет увидел, если у него есть вопросы какие-то к технико-коммерческому предложению в части, значит, технических объемов или техническому заданию, он всегда может к нам обратиться. Мы абсолютно открыты к диалогу. Готовы пересмотреть трассы прокладки кабельных линий, готовы пересмотреть технические решения с точки зрения площадных объектов и так далее. То есть это, ну, всегда можно обсудить, мы открыты в этом плане к диалогу. Если заявитель соглашается на технико-коммерческое предложение, значит, мы готовим соглашение о компенсации потерь денежного характера, в котором, как я уже говорил, стоимость самого соглашения является предварительной. Значит, на первом этапе мы разрабатываем проектно-сметную документацию. После того, как эта проектно-сметная документация разработана, она в обязательном порядке согласовывается с заявителем. Если заявитель рассмотрел проектно-сметную документацию, с ней согласился, то мы уже заключаем окончательное дополнительное соглашение, которое формирует стоимость окончательную. Вот, и уже с учетом этой стоимости производим вынос сети. Вот. В этом плане, с точки зрения того, что заявитель не понимает, в какие сроки и какую работу мы производим для того, чтобы сети вынести, ну вот я вот уже рассказал, что мы к диалогу открыты, всегда готовы рассказать, всегда готовы пояснить, всегда готовы направить разъяснение и окончательную стоимость и окончательные технические решения, которые будут применены при выносе сетей, в обязательном порядке согласовываются с заявителем. Что касается сроков, сроки у нас обозначены типовые соглашения о компенсации потерь. Они для объектов 0,4 20 кВт, если это воздушные либо кабельные линии, составляют 6 месяцев. Если это площадные объекты типа ТПР, РТП и так далее, это 1 год. По объектам перестройства 35-220 кВт сроки немножко выше, но это понятно связано с тем, что здесь больше как самих работ, так и документального, значит, оборота. Это связано с тем, что нужно разрабатывать проекты планировки территории, нужно, значит, организовывать земельно-правовые отношения. В связи с этим, значит, по объектам 35-220 кВт сроки у нас при наличии проекта планировки территории составляют 2 года, а при отсутствии проекта планировки территории у заявителя, если он не разрабатывался, его нужно разрабатывать заново, составляет 2,6 месяца. Это зависит в том числе, но кроме того, нужно обозначить, что эти сроки в том числе зависят иногда от заявителя, то есть от своевременности предоставления исходно-разрешительной документации, которая позволяет сформировать технические решения и оформить те или иные документы для производства работы.